при торможении появилась вибрация, поэтому для замены тормозной системы были приобретены вот такие вот тормозные диски. Что это? АТС, как это называется правильно? Автомобильные тормозные системы. Такая вот. Такие вот тормозы. Чё почём стоит? 2000 за комплект, да? 2000 за комплект. А отзывам хорошей фирмы. Вот такие вот тут бумаги. И вот такие вот колодки были приобретены на замену. Колодки почти самый дешман. Колодки самый дешман. Один раз вижу такие колодки. Ну, хотя в связи с санкциями, я думаю, на скоро... Самые дешевые, по-моему, были 300, эти 500. 500 рублей. Вот в связи с санкциями, я думаю, на скоро вот все запчасти будут примерно такие, потому что санкции. И сейчас будет начнется замена всего этого. Сейчас я поставлю на паузу и вытащу тормоза и колодки. Диск вот такой вот, он с вентиляцией. Но без перфорации. Ну, как бы обычный классический диск на самом деле. Без изысков. По весу чугунина, тяжелый. Давайте колодки посмотрим. Вот такие вот колодки. Вообще абсолютно обычные колодки. Почти самый дешман. 500 рублей. Такие колодки стоят. Все, назад уберу. О. Ну, десяточные обычные. Какие как раз на гранте. Ну и, собственно, после замены я, наверное, сделаю еще маленькое включение, чтобы объяснить, сказать, стали они там, перестали они вибрировать или нет. Вот в таком состоянии старый диск. Есть хороший такой буртик.